Всем привет, с вами Темный Ниндзя и заметки Apache Mir 4. Так, сервера у нас с вами ушли на тех работы, ну и давайте посмотрим, что же нас ожидает после того, как сервера включатся. Новое 14-дневное событие, отмечалка. Новое событие, письмо желания Юна, благословение божественного дракона и девятая тайна. Блин, люди еще восьмую не всю закончили, они уже девятую добавляют, торопышки. Ну и так, события, награды, все это вы можете посмотреть, я ссылку оставлю, как всегда, в описании на пост, посмотрите, кому будет что интересно из этого, или поставите на паузу, или просто гляните. Письмо Юна, это у нас событие, набиваем 1000 писем в день и обмениваем вот у этого НПС Юна, он будет стоять в каждой деревушке. Что у нас дальше? Благословение божественного дракона, это у нас с вами курильницы, которые мы уже в принципе знаем, как работают. Плохо они работают, не дают они нормально, что хотелось бы. С новой тайной будут новые 8 кодексов добавлены. Также награды за пергамент. Это, наверное, непосредственно в самой тайне, когда завершаешь. Награды за завершение тайны. В общем, короче, ладно, разберемся. Награды за завершение события, это которые в событиях, посвященных тайне. Это все нам понятно. Будут добавлены 2 руководства по крафту у НПС. Это в связи с тайной, жетоны призывов босса. То есть мы будем делать по тайне призывы босса. Определенные предметы нужны будут. НПС-ремесленник Хаксу, наверное, будет стоять в замке, что ли. Посмотрим в игре. Просто имейте в виду, ремесленник Хаксу его зовут. С ежиком, с этим нашим легендарным, заканчивается событие. И будет у нас теперь Левчик на 2 недели. 2 новых ездовых добавят нам. Ну, выглядит... Вроде тигр, ничего так. Но это рыбы есть рыбы. Таких уже много. Ну и в принципе, что у нас тут? Исправлена проблема с изгнанием членов группы при прохождении рейда. А такого и не было вроде. Или теперь мы сможем изгонять. Или может у кого-то была ошибка, что можно было выгонять. Время взаимодействия при вызове монстров боссов будет изменено на 10 секунд. Время взаимодействия при открытии сундука редкого уровня в режиме тайна будет изменено на 10 секунд. Корректировка сложности тайна скорбь по товарищу. И исправлена проблема необрабатываемого автоперемещения, которое периодически возникало в определенных областях. Ну, конечно, мало чего из этого я встречал, но, наверное, люди натыкались на это. И еще одно событие у нас с вами будет. Событие силуэтов. Проводиться оно будет на страничке Фейсбука. Их неофициальный. Здесь можно будет награды посмотреть, можете нажать на паузу. То есть у нас по достижении 500 ответов награды, 1000 и 2000. То есть если наберется 2000 ответов, не знаю, не пишут правильных или вообще просто ответов. Наверное, просто ответов, если не пишут, что правильных именно не указывают. Набираем 2000 ответов, получаем все плюшки. Официальная страничка, скину ссылку тоже в описании. Перейдете или можете с сайта просто игры зайти и перейти. Вот такие вот у нас будут с вами нововведения. Надеюсь, кому-то будет полезна эта информация. Ну а с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.